Привет всем любителям игрушки Dominations, кто играет давно и кто только начал. Тема сегодняшнего видео – ранг и триумф. Что это такое, с чем это едят? Есть у нас справа вверху такой значок – шлем. Раз в месяц есть такие сезоны – ранг триумф. Он есть среди игроков и среди альянсов. Что это такое? За каждые победы над противником, и просто на врагах, и просто в мировых войнах, даются такие очки. Чем больше очков, тем лучше награды. Вот здесь можно посмотреть награды. Вот первый уровень обычно рандомно какой-то артефакт. Какой-то крутой, пятизвездочный. Плюс еще четырехзвездочные, всякие разные полезные плюшки и так далее. За все места тут... Ну, за второе тоже нормально, за третье нормально, четвертое, да. Ну, после пятого уже такие бонусы не очень, но все равно халява прикольная. Это раз. И по поводу альянсов. За выигрыш в мировых войнах тоже даются плюшки. Тоже всякие сундуки, ускорения. В общем, куча очень полезных и крутых вещей. Что это и как это работает? Набираем... Максимально очки. Они у нас набираются за победы над противниками. Например, сейчас как раз активна мировая война. И как быстро набирать эти очки? Берем ускорение. Благословение мгновенного набора. Или до набора. Вот у меня сейчас активна мировая война. Так, сейчас посмотрим по противникам. Так, я 9-й. У нас в клане нет такого, там, что конкретно говорят, кого бить. Кого хочешь, того и бей. Вот, 9-го уже били. Так, эти слабые, слабые. Ну, 14-й, он хоть как и по цифре он слабый, но век у него мой. Поэтому на него. Нападаем на противника. Пару генералов. Тут тактики вряд ли пригодятся. Оу, тут вообще такая база, что можно пехоту его вынести просто. Это что за прикол? Даже забора нету у него. Фу, вообще какой-то такой противник попался. Ну так, тем и лучше. Даже не высаживал войска. Итак... За победу нам дается 600 очков триумфа за 5 звезд. У нас эти очки идут в клановый рейтинг. Это вторая вкладка, то что я показывал. Добрать все. Вот в ранге. Сразу клан перескочил в третий ранг. А, не, вернее это мой личный рейтинг. А вот альянс. Вот, на третьем месте в данный момент наш альянс. А таким образом зарабатываются очки. Теперь в обычных битвах находим игрока. Какой-нибудь противник. Боже, что это за база? Что это за... Наверное, глюк надо другого поискать. Тут бывают такие, смотришь, вроде слабая база, начинаешь высаживать юнита, и сразу игра вылетает. Ну вот, это достойный, серьезный противник. Высаживаем войска. Так, пока достаточно. Хилочку. Так. Этого себе заберем. И этих себе заберем. Прикольно вот эта штука предательства. Тяжелые танки противника забирать. И этих себе заберем. И этого заберем. Выносим нашего противника
На 5 звезд получится. Итого плюс 195 очков триумфа. И кнопочка «Издобрать все» сразу добираются войска полностью, благодаря мгновенному донабору. Так очень удобно быстро набивать триумф. Я уже в третьем ранге. Тут до второго легко. Первый, наверное, не смогу забрать. Еще целых 13 дней. В общем, такая штука раз в месяц. Набиваешь противников, получаешь очки, а потом забираешь плюшки. Очень важный нюанс, когда триумф заканчивается, забираешь награды, нужно слить медали, слиться в ноль. Там минимальная, по-моему, 200 медалей. Потому что если не слиться, начнется новый триумф, очки будет набивать очень сложно, противники будут очень сильные. Допустим, если не смог базу забрать при атаке, теряется 150 или 200 очков. То есть с триумфом будет беда. То есть, когда начинается вот это событие ранговое, сливаем до начала события, сливаем все медальки, сливаем базу, чтобы была по нулям. Начинается, набиваем медальки, набиваем очки триумфа за каждую победу. Классные халявные плюшки. В принципе, все рассказал, что хотел. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Буду очень рад. Всем пока.